Ребята, какие-то коровы. Посмотрите, ребята, корова. Вот это прикольно, она мутировала. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем продолжать игру Swamp Attack. Так, ну что ж, давайте продолжим. Собственно, в прошлых уровнях, так, это мы у нас быстрые миссии уже пооткрывались. В прошлых уровнях мы сразились с летающей тарелкой, и мы перешли на какой-то на пятый эпизод. Это мы были в прошлом эпизоде. На пятом эпизоде у нас какие-то такие, короче, атомные разные происходят войны. Так, кислота, кислота. Так, и нас ждет на 24 уровне босс. Я так понял по очертаниям этого босса, что это какой-то динозавр. Какой-то такой, я не знаю, с миллион глазами, какой-то, короче, мутант, который мутировал. Ну, в общем, здесь будет много всего нового. Давайте, собственно, начнем с первого уровня. А там уже посмотрим, что мы будем делать дальше. Такс. Ну все, эпизод 5. Оно снова ожило, оно в болоте. Так, ну что ж, это, как всегда, наши крокодильчики любимые, которых мы вот так вот стреляем. Ребята, посмотрите, как мы... Мы уже сюда уже пришли на болото не только крокодилы, но и атомная электростанция. Посмотрите. И крокодилы, посмотрите, в чем. Они в шлемах не обычные, а в шлемах идут, посмотрите, в военных с картами. Вот это прикол. А я все равно всех перестрелю вас. Подходите по одному. Налетай, налетай. Так, давайте кислотометом, наверное, помочь им их немножко. Отлично. Так, а атомную бомбу я забыл взять. Ну, мы можем забросать их вот этими гранатами. Это не гранаты, а динамиты. Так, давайте аккумуляторы им. Давайте им электроэнергии немножко добавим, для того, чтобы они немножко поджарились. И воздушный удар тоже можно пустить в бой. Отлично. Вот это я понимаю война. Ну что же, крокодилы, где вы? Вас так долго, они идут, так долго проходить. Уже просто умора. Вас всех пока перемучишь тут. Так, на, получай. Ну что, где опять? Вот они опять идут. Отличненько, расстрелили. Замечательно. Эти мутанты непонятные. Мы с пришельцами уже справились. Остались какие-то мутанты. Кто же нас ждет там? Давайте посмотрим. Так, так, так. Давай, давай, давай. Поумирайте все. Всех вас пристрелю. Всех, 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 всех. Так, 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 так. Отличненько. Давайте атаку с воздуха. Воздушный бой. Прием. Пошел, пошел, пошел. Все. Этот уровень мы с вами прошли, ребятки. Давайте возьмем амунацию нашу. И, собственно, посмотрим, что мы здесь можем поменять. Ну, в принципе, я ничего менять не хочу. Я себе хочу все оставить так, как есть. Только хочу взять взрывчатки. Давайте взрывчатки наберем. Наберем боеприпасов здесь. И, естественно, возьмем ядерную бомбу. Ядерное оружие нам надо. Так, ну что ж. Погнали. Ого, ребята, какой-то сейчас новый вид слизи будет. Короче, радиация дошла уже до такого уровня, что уже какой-то болотный сгусток. Новый болотный сгусток, ребята, посмотрите. Посмотрите, он раздваивается. Ого, вот это прикол. Посмотрите, сколько сгустков болотных идет, а мы их будем радиоактивными этими расстреливать. Давай, 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 давай. Тихо-тихо. Вот это сгустки. Откуда они берутся, эти сгустки, а? Нехорошие сгустки. Мы с вами быстро разберемся и сразу же поставим всех вас на место. Всех перестрелю. Всех. Подходи по одному. Давай, 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 давай.
Ах ты, комарьё, комарьё, я с тобой справлюсь, иди сюда, я с тобой быстренько сейчас справлюсь. Ах ты, нехорошая комарьё, иди сюда. Получи, 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 получи. Ого, опять раздваиваются, их куча, этих сгустков вонючих, ребята. Так, эти сгустки вонючие мне уже надоели. Так, давай, давай, давай. Ого, ребята, я скидаю ядерную бомбу, потому что они... меня сейчас просто уничтожат. Ого, ядерное оружие не убило некоторых слизей, потому что они сами сделали из этого ядерного оружия. И таким образом они не убиваются просто. Все, хух, наконец-то мы прошли уже этот уровень. С горем пополам мы его уже отмучили. И дальше у нас... так, берем, как всегда, давайте зарядимся боеприпасами. И дальше у нас третий уровень. Так, на третьем уровне должно что-то также быть интересное. Может, какие-то новые боссы. А может, какие-то новые бойцы. О, да, ребята, я говорил вам, посмотрите, кто летает. Летает в шлеме какой-то сгусток массы. Вон они, с крыльями в шлемах. Посмотрите, какие прикольные такие твари малюсенькие. Такие... животные, которые мутировали и пытаются нас схавать, напасть на наше болото. Так. Пулемет, давай, с миниганом перестрели всех этих злых крокодилов. Давай, огонь. Стреляй, 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 стреляй. Давай, молодец, 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 молодец. Давай их аккумуляторами закидаем. Пускай их бьет током. Пускай их бьет током. Ха-ха-ха, посмотрите, какие скелеты смешные. Так, все, отличненько, отлично. С минигана, и ребята, мы с вас быстро сейчас с вами, быстренько мы с вами справимся и всех расстрелим, естественно. Давай, давай, на-на-на, получи, 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 получи. Ах ты ж такой, а? На, комарьё, комарьё, на, получай, получай. Стой, 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 посмотрите, куда он летит с этой каски. Я хочу его уничтожить. Да, ребята, мы их уничтожили. Один остался, вот, все. Уйди, 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 уйди. Все, мы прошли этот уровень. Отлично, эпизод 5, уровень 3 пройден. А это означает, что мы переходим на 4 уровень 5 эпизода. И мы, что мы можем здесь сделать? Давайте аккумуляторы возьмем. Да, в принципе, все, у нас все есть. Так что давайте перейдем на 4 уровень. И здесь у нас какой-то, ребята, все-таки новый какой-то вид этих животных, которые на нас сейчас будут нападать. Ого! Ребята, я все дальше подхожу к радиации. У меня синий, все зеленое, потому что вокруг меня какая-то радиационная, короче, штука вообще. На, с минигана, получать, получать. Там что-то сейчас новое будет, ребят. Вот, а нет, это такие штуки мы уже видели, такие же. Ох, или не видели еще. Наверное, вот эти жуки, вот это новое что-то, ребят. То были комары, а это какие-то комары-мутанты. На, получи, получи, получи. На, еще тебе. Одни эти, одни по воздуху. Воздух, воздух. Может вызвать подкрепление из самолетика? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Отлично. Еще раз. Удар по ихним позициям. Удар по ихним позициям. Бросаем электрическую массу. Аккумуляторы бросаем. Пускай их бьет током этих нехороших. О, кто-то идет по суше, ребята. Кто там шел, не видно пока. Вот эти новые ребята из лампочек, светлячки, посмотрите на них. Эти светлячки занимаются вообще, посмотрите как. Вот это да, вот это круто. Нате воздушной вам атаки, пускай их чуть-чуть немножко разбомбит. А потом мы уже дальше посмотрим, что мы будем делать. Нате еще аккумуляторы, пускай вас током побьют. Так, где наш миниган? На, получай, получай, получай. Ох, отлично, отлично. Так, теперь мы их,
короче, уничтожили. Но что же нам делать дальше, ребятки? Нам же дальше надо... Нам надо сражаться, продолжать бой. Давай, давай, убивай всех до последнего. Комаров перебьем и светлячков тоже. Давай, давай, стреляй. Да, ребята, уровень 4 пройден. Это означает, что мы продолжаем переходить на 5 уровень. Да хватает у нас всего, так что поехали. О, ребята, 5 уровень НЛО. Ну, в общем, как всегда. Так, давайте, давайте, давайте. НЛО у нас, как всегда, забирает наше оружие. Но мы же победили НЛО в прошлом эпизоде. Откуда это НЛО опять берется-то? И нам нечего... Ребята, атака крокодилов, помогите, помогите, давайте отстреливаться от этих негодяев. Давайте отстреливаться от этих злых и нехороших крокодилов, которые хотят нас попросту уничтожить. Они у нас даже забрали атомное оружие, эти инопланетяне. Но ничего, таким образом мы сейчас... Опа, у нас есть одна воздушная атака, ребят. Давайте воздушную атаку одну сделаем. Так, светлячки опять наступают, ребята. Опять наступают светлячки. О, две есть у меня воздушных атаки. Давайте мы их применим в бой. И опять это летающая тарелка. Давайте кинем динамит туда. И опять летающая тарелка. О, опять кислотометик берем. Опять берем кислотометик. И давайте займемся делами. Так, так, так. Тихо, 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 тихо. Дайте мне, пожалуйста... отстреляться здесь, потому что здесь реально такая война уже пошла, что я просто не могу сообразить, что есть где. И там тарелка с одного фланга, с другого фланга какие-то такие, короче, штуки непонятные. Летающие какие-то светлячки, там крокодилы. Короче, в общем, ребят, меня со всех краев прижали конкретно. Я даже не знаю, что сейчас я буду делать. Так что помогайте, кто может. Так, едем дальше. Едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Баба. Баба. Так-так-так-так-так-так. Подождите, у меня горит дом. Ребята, у меня горит дом. А чем его тушить? Чем тушить дом, если он горит, а? Ух, ребята, все, дом мой потушили, а то светлячки поджигают мой дом. Это не есть хорошо. Так, мы ведем дальше войну против НЛО и против крокодила. Бросаем им гранаты. Ой, гранаты. Динамит. О, миниган у меня есть. Все. Получите, получите. Получите. На-на-на-на-на-на-на. Получай, 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 получай. Все, ребятки, прошли мы этот уровень наконец-то. И переходим на другой уровень. Так, НЛО, наверное, сейчас должно упасть. Да, и наше оружие, естественно, вернулось в наши руки. Так, ну что ж, у нас уже уровень 5. Мы прошли. Так что давайте с легкостью перейдем на 6 уровень. И займем позицию... там. Ну что ж, погнали. Так, на 6 уровне вот эти бобры какие-то непонятные ходят в касках, я так понял. Дикое болото. И они здесь плывут. Мало того, что они плыли раньше, ребят, на бревнах, а они теперь плывут на динамитах. Это, конечно, очень сильно видит такое. Конечно, да, очень смешно. Плывет сам на динамите. Получается, он камикадзе. Он убийца. Он сам себя уничтожить хочет, и меня тоже. Таким образом, уничтожив две утки сразу. Для нации, для своего народа. Ох, опять эти мутанты идут. Посмотрите, сколько их, ребята. Одноглазые мутанты. Посмотрите на этих мутантов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, отбиваемся. Так, отбиваемся от этих мутантов. Нехороших, потому что сколько уже можно. Так, получи, получи, получи. Подходят, подходят. Ребята, держите оборону. Подходят очень близко. Отстреливаемся, отстреливаемся. Ого, раздваиваются, расслабляются. Сколько с вас здесь будет еще? Я просто не могу понять. Получайте, получайте воздушную атаку. Все, отлично. Воздушная атака помогает справиться с любыми препятствиями, которые пытаются нас остановить. Баба! Отлично, ядерная бомба их убила всех.
И мы едем дальше. Так, из оружия, из боеприпасов нам нужны только самолетики. Все остальное у нас осталось на месте. И давайте с вами, в общем, перейдем на 7-й уровень. И посмотрим, что нас здесь ждет. Так, эпизод 5. Седьмой уровень. Пираньи. Это мутант, ребята, это пираньи. Это пираньи, мутанты. Пираньи мутанты, которые в шлемах мутировали, у них есть защита. Давайте будем их убивать, наверное, электричеством, поскольку они в речке. А у тех мутантов, кроме мозга, нету ничего, даже скелета, ребят, вы видели? Один мозг, малюсенький. Ха-ха, какой смешной у бобра скелетик. Вот это прикольно. Так, подождите, а что это такое? Я не понял, что это такое? Опять идут эти крокодилы нехорошие. Надо их срочно уничтожить. Давай. Стреляй. Отличненько, ребята, отличненько. Просто отлично. Так, и чтобы вы понимали, они все равно идут и идут. Так что давайте бросать будем воздушный удар по всему периметру. Для того, чтобы спастись от этой нечисти. Давайте можем еще кинуть пару аккумуляторов. Пускай они от электричества немножко отойдут, так сказать. Отлично! Огонь! Круто! Просто круто. Просто это просто круто. Просто круто. Отлично. Так, все, есть у нас все. У нас все есть. Круто. Так, все, 7-й уровень пройден. И мы переходим к 8-му уровню, ребятки. На 8-м уровне нас ждут много приключений. Должно нас ждать на 8-м уровне. Потому что... Так, я динамитами не пользуюсь. Давайте возьмем вместо динамита... Наверное, рояль. 5 штук. Все, пускай будет рояль. А там будем смотреть, что он может, что не может. И давайте возьмем аккумуляторов. Потому что припасы заканчиваются. Ну, в принципе, все. Давайте перейдем на 8-й уровень. А здесь, ребята, нас ждет, знаете что? Мутанты одноглазые. Но прикол в том, что они уже в шлемах на военной базе. Они уже получили шлемы. А мы будем сбрасывать, наверное, пианино. Баба! Рояль. Получайте. Нате вам рояль, еще один. Забросаю всех роялями. Кто будет против меня? А также самолетиками. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Пошло по периметру, пошло. Пошла игра. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Круто. Ну все, ребят. Получайте. По полной программе. Так, ну что, атомную бомбу, что ли, вам скинуть? Или уже в следующий раз? Давайте рояль скинем на вас. Ох, получили, да? Получили по заслугам. Давайте с пулемета вас перестрелим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все. Я сказал, вон из моего болота. Отлично. 8-й уровень пройден. Переходим к 9-му уровню. Поехали. Так, что нам еще? Нам надо взять самолетики. И, наверное, рояль. Все, теперь вот продолжаем. Уровень 9. А 10-й уровень опять НЛО. Я так понял, каждые 5 уровней у нас НЛО забирает все, что у нас есть. У ребята какие-то коровы. Посмотрите, ребята, корова. Вот это прикольно, она мутировала. Корова, короче, у нее очень много глаз. Она мне поджигает дом. И, ребята, это прикольно.
А мы на нее рояль сбросим. Вот так вот, на, получай, получай рояль. Получай. Корова, я такого еще не видел. Я думал, думал, ну, разное может быть. Там мутанты, какие-то пришельцы. Еще какие-то там разные, короче, штуки. Но чтобы коровы, ребята. Коровы, семь глаз у коровы. Вот это прикольно. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Нате воздушную атаку с моря. Охота на болоте или атака на болоте начинает свое вторжение в армию. Так, подожди, подожди, подожди. Давай-ка, наверное, мы все-таки скинем на вас атомную бомбу. Потому что мне вот это все уже надоело. Получайте. Бабах, мультиубийство. 9, ребята, мы всех... Тупо всех убили одной бомбой. Круто, практически. Нам осталось чуть-чуть вот трех крокодилов убить. Все, ребята, уровень 9 пройден, и мы переходим к 10 уровню, ребята. И уже половину этой части мы уже заканчиваем. Так, давайте заберем наши рояли и давайте заберем самолетики. Атомная бомба тоже нам нужна на всякий случай. Ядерная. Так, все, атомное оружие. Все, ребята, 10. А, это уровень НЛО. У нас же сейчас все равно все заберут. Нет, только не это, пожалуйста, не забирайте. Нет, 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 нет. Ну что ж, ребята, получаем. НЛО у нас забирает наше оружие, как всегда. И кто у нас здесь дальше? Так, давайте аккумулятор, наверное. Потому что сколько вас здесь может быть, ребята? Вас здесь уже очень много. У меня нечем стрелять просто по вам. Давайте будем с дробовика валить вас, потому что откуда вы просто беретесь? Я вообще не понимаю, откуда. Так, тихо-тихо. Воздушная атака с воздуха. Поддержка. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Так, отлично, отлично. Так, где же это, эти тарелки летающие? Где мое оружие? Дайте мне оружие. О, ядерная бомба, ребятки. Круто, 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 круто. Кто там идет? Давайте ядерку на вас. Вау, бабах. Круто, вот это да. Так, следующий наплыв идет крокодилов. И кто там идет? Пах-пах-пах-пах-пах. Получи, получи, получи. Опять атака с воздуха. Пошел, 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 пошел. Круто, круто, круто. Давай, на-на-на. Получи, 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 получи. Получи, 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 получи. Отлично. Так, здесь что у нас? Атомная бомба, еще одна, ребята. Вау. 5 штук. Вот это да, сразу мультиубийство. Так, получаем, продолжаем дальше. И получаем, что мы получаем? Кислотомет. Давай кислотометом. Давай, давай, уничтожай всех этих. Посмотрите, в ящике шло 3 крокодила. Они уже додумались до того, что не поодиночке ходят, а сразу по 3 штуки в ящик себя запихивают. И таким образом пытаются пройти незаметно возле моего болота, чтобы уничтожить мой дом. Но этому не бывает. Уже и комары в ящиках прячутся. Кто только в ящиках, ребят, не прячется. Посмотрите, сколько их здесь. Давайте будем сражаться за нашу нацию. Нате, рояль сверху получите. Бабах. О, ядерная бомба, ребята, ядерная бомба. Вау. Все, ребятки, уровень 10 прошли. Так, ну что ж, половину этого эпизода мы прошли, ребятки. Вторую половину этого эпизода мы будем проходить в другом выпуске. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Комментарии оставляем, пожалуйста. И до скорых встреч, ребятки. Пока-пока.